Если это огорчает Айдаха, я больше не буду есть картошку. Есть много другой пищи, которая мне по вкусу. Пойду-ка я лучше возьму пюре. А, оно тоже из картошки. Как я мог быть таким бессердечным? Но это было всего лишь раз. Каждый кусочек аккуратно вырезается и бережно кладется в кипящее масло. Кипящее масло. Хочешь? Я такой бесчувственный. Да, тебе надо думать о чувствах других людей. Отлично, уже лучше. Это не единственный шаг к реабилитации. И у этого стула нет спинки. Возможно, могло остаться. Осталось еще что-нибудь? Я не помню, чтобы еще где-то осталось. Я думаю, мы нашли всю картошку. Хорошо, замечательно. Мне только нужно расслабиться. Как следует расслабиться. Я уничтожу все. Давай поищем, чем занять руки. О! Оригами. Отличная идея. К желаемым результатам не привели. Обратимся к тому, что выглядит научно, но наукой не является. Вы слушаете программу доктора Зантера за гипноти... Как засыпаете? Конечно, предоставьте это ищейке. Ладно, он придет сюда или нам к нему идти? Ни то, ни другое. Значит, нам просто ждать его... Лечение было бы более эффективным, если бы вы убрали из моих век чипсы. Ящевых идей. Все до единого. Ни одного не пропустила. Пробовала. Не вышло. Все собрались? Хорошо. Начинаем групповую. Меня зовут Сара, и я помешана на комиксах, фильмах, Гамбле, фан-арте, Дарвине, Гамбле и Дарвине, составление списков того, на чем помешана. Сара! Визуализации. Всякий раз, когда мне хотелось мяса, я представлял его с лицом. Это было ужасно. Но это сработало. Попытайся. А что это на вашем столе? Ничего. Вернемся к моим успехам в области дуэтной терапии. Мы их не видели. Это он и подумал. Вы нас разочаровали! Довольно! Стой! Простите, но у меня такая натура! У тебя прекрасный вид. Удели нам хоть минутку, коль тебя не затруднит. Ты, к сожалению, разрушаешь жизнь нашу на корню. Отдает тебе дом. Мы нашей встрече очень рады и хотим лишь передать одно простое пожелание. Перестань нас поедать. Не смотрите на меня. Братошка, у нас все получилось. Дарвин больше не будет есть картошку. Я знал, что ты обрадуешься, но не думал, что растрогаешься. Едите другую картошку. По-твоему, все картофелины одинаковые? Арвин в процессе переосмысления своего отношения к картошке, а ты позволил картошке Айдахо пойти и встретиться с ним. Что в этом плане? Думать только. Вместо крема я смазался подсолнечным маслом, и я покрылся хрустящей корочкой. Так. Попробуем еще раз. Айдаха пошел на встречу с Дарвином, а Дарвин пытается... Эй, что это вы делаете? Солью дорогу посыпаю. Но на улице 40-градусная жара, и сейчас июнь. А я отмороженный. Это модель кварталов... Пятки. Дарвин! Дарвин! Дарвин? Дарвин! Дарвин, остановись! Открой дверь! Открой! Спасибо. Габо? Не сейчас, Айдаха! Нет! Что? Айдаха принес печеный картофель, чтобы показать... Кажется, из-за Дарвина? Нет, из-за тебя! Мне не нравятся глупые клички. О, мы думали, ты огорчен из-за всего, что связано с... Вместе за компанию, и все решат, что ты понял шутку. Сара, мы же не подадим виду, что слышали его слова? М-да. Увертка. Мне не ясна концепция. Разве мы не должны изучить весь материал? Понятно. Вы думаете, я настолько ленив, что не стану связываться с бюрократией? Ладно, я...
а если я хочу пожаловаться на ящик предложений? Ты можешь поместить жалобу в ящик жалоб. А он где? Он сделал работу за 2,4 секунды. У нас на это уйдет 2,4 вечности. Ты говоришь? Порой мне хотелось бы поскорее покончить с этой волокитой. Иными словами, стать мясным фаршем в налогах? Нет, я хочу пропустить все сложные этапы жизни. Ты ж... Прервать жизнь Гамбола. Мои процессоры не могут принимать образы. Он не это имел в виду. Эй, стоп, стоп, стоп! Боберт опасен. Это потенциальная машина убийств. Вспомни о детях, Дарвин. Беззащитных детях. О детях. Тщательно. Я тоже искал повод. Тогда пойдем? Да, поскакали домой. Команда выполняет. Когда не должен поднимать ни на кого руку. Команда выполняется. И как это... Теперь ударь Гамбола. Годом ранее. Вредить вообще не двигаешься. Команда выполнена. Прекрасно. Теперь ударь Гамбола. Прошу, не надо. Что ты сделал? Выполнил команду. Я вызвал радиоактивные волны. Как насчет этого? Боберт, все в безопасности. Ну... Все в порядке. Он, наверное, Ха! Наконец! Так неприятно, когда ты один страдаешь, правда ведь? Тебе ему навредить, прочищая легкие, ты можешь повредить его спиной нерв. Тогда сам сделай! Невозможно, я не могу навредить. Объясни, почему ты выбрал такой малодостойный способ? Я применил случайный алгоритм в соответствии с твоей командой. Ты что, я сказал соблюдать законы! По законам штата Нью-Мексико женщинам по законам штата Нью-Джерси запрещено причмокивать во время еды. У вас есть лицензия на ношение бородки? В Массачусетсе нелицензионные бородки запрещены. Уничтожил общественную собственность. Применить наказание. Боберт осуществил физическое насилие над Бобертом. Применить наказание. Стой, стой, стой! Просто были правы. Роботы рано или поздно нас уничтожат. Обнаружена проблема. Самым логическим решением будет самоуничтожение. Стереть систему 32. Прекрати! Ты вещай жизнь любой ценой. Команда выполнена. Людей, животных, насекомых, даже вирусов. Сработало! Получилось! Угроза обнаружена. Альтернативные транспортные средства. Угроза обнаружена. Размеры упаковки превышают нужные... С домашним заданием нам остается только одно. Сделать его самим? Нет. Найти в интернете, кто его сделает. Странно. Нет интернета. Нет! Вы про... У меня тоже. Тогда решим разногласия традиционным способом. Странно, что у меня нет денег. Мы сможем покупать вещи. Мы можем просто все брать. Устои цивилизации рухнули. Теперь каждый за себя. Мы завалены грудой квиноа. Ах ты! Они друг друга разорвут на части. Вызови скорую. Вызови пожарных. Вызови полицию. И полиция. Угрозы жизни на планете. Рациональное решение ускорить ваше истребление. Остановить Боберта, пока он... Не спас мир? Начинаю обратный отсчет уничтожения. Существа не могут прийти по e-mail. Не могут! Но это тебя отвлекло! Пожалуйста, не губи нас! Мы не такие... Но в новых условиях нам придется сажать деревья и выращивать животных, так что мы сохраним жизнь. Да, потом их зажарим и съедим. Следующая по степени опасности угроза – вирус. Его нужно уничтожить. Жизнь на Земле должна быть сохранена. Даже вирус. Вот оно! Боберт, не... Стой! Ты сказал, что все формы жизни нужно беречь! Даже вирус! Значит, нас нельзя уничтожать! Отменить протокол уничтожения. Я рад, что это позади. Так ты...